Белые идеи. Разы в окно. Куда ты идешь? Кому ты идешь? Чего ты дверь дергаешь? Боже, в 45-й дол, уже не хочешь финалить. Да мать твою ебать идем, блядь. Ты открывай нахуй. Давай иди, Владимир. Слышь, мать, не выебывай. Давай иди, блядь, до свидания. Добрый день. В общем, друзья, первый дом у нас триггерит. Мы идем на следующий. Это, короче, сталка на заброшку после школы. А хоть ты меня прям ебало снимаешь, блядь. Это заброшка после школы, ребята. Короче, ребята, это заброшка после школы, короче. Мы идем в заброшку, ну, надеюсь, здесь открытие. Идем, вот, короче, пока, блин, закрыто, блядь. Вот, ребят, что делать? Ну, короче, как открыть дверь? Вот, вы, блядь, знаете, как открыть дверь? Можешь показать? Я вот, я не умею, блядь. Пиздец. Ладно. Он нормальный человек. Не фартануло сюда. Бля, пацаны, не фартануло. Сильнее. А я не ломаю. Я хочу посмотреть, как он устроен. Да раз, бля, бля, не пойду, надо уже какой-то сидеть. Стройку. Спарта! Почти ехал. А Катара, иди сюда, бля. Стерва. Ты шо? О, так ты мне в хитро был. Нормально, пацан. Все. Ну все, ребят, заходим. Вот так уже лучше. Мне на Катю надо открыть, чтобы сквозняк был. Да, да, ребят, ну давайте откроем. Открыто? Можно, да. Открыто, все, ребят, заброшка. Заброшка. Заходим. После школы, ребят, заходим. Есть, да. Это стол. Стол, пацаны. Короче, это охранник. Видно, що хоч так захоче, вам забороняти навіть. Що ти там не знімаєш? Камеру прибери, і ти камеру прибери. А для тих, хто регулярно спрашивает, що у мене за крепление, либо где його можна купити, я оставляю ссылочку з магазину GoProShop.com.ua. Там ви зможете знайти такі же крепления, як у мене, либо знайти то, що вам нужно. Короче, запал. А слушайте, смотрите, кто-то один закидывается сейчас на лестницу. Оно было сломано. Оно просто было инакше. Это как Ламборджини. Давай, как пёс туда. Гал-гал. Классно. Стой. Поверни её просто. Поверни её. Поворачивай. Всё. Валя. Ребята, и мы ничего не ломали, оно уже такое было, мы просто его повернули.
йдемо, там відкрито було. З того боку. Вже йдемо. Пойдем. Хотел сальтуху захуярить. Чувак, тупо, тільки от вийшли, реально. Давай посидим, может они сейчас уйдут. Слышите? Короче, друзья, у нас тут принималово, там уже кто-то вышел, вы сами все видели. Половина ребят уже спрыгнула. Если они сейчас не поднимутся, то мы посидим, а если поднимутся, то тихонечко свалим дырку и убежим отсюда. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Зелёво приехали, пофоткались. Не-не-не, спускаемся. Да, а? Слазим, слазим. Ты без плащи, давай. Получилось уже. Люди полицию собрались. А там можно выйти? Там так вы что, специально за нами пришли? Я специально вас снять пришел. Мужчина, там можно выйти? Нет, нельзя. А, там, походу, да? Пинкалось. Там не выходит. Он только ходит. Так что, там принималось? Пока нет. Сейчас я тебя приму там, подожди. Сейчас я же дубина. Слышали? Он говорил, что ментов вызвали, но еще не приехали, так что быстрее вали. Выходишь из дома, оставив квартиру. Ты будку резервал? Блин. Мы могли бы, короче... О, эти блогеры, да, снимали. Ебать ты лох. Ваня Бога, шок, разорвал куртку. На залазе, да? Каже, мы зі Львова приїхали пофотографувати. Хто тут зі Львова? Как ти пиздло.